хочется со всеми с вами поздороваться и пожелать вам доброго и хорошего дня всем присутствующим в этом зале. Вначале я хочу рассказать очень важное событие, которое произошло у нас совсем недавно. А было это так. Зацепилось солнце за сосну, уронило в снег лучей охапку. Проходил медведь, сложил их в шапку. Мелко шапки той, худой, снег под ней растаял, стал водой. Той воды березка напилась, с перелетным ветром обнялась. Не в покое им сейчас не сна. Так и началась она. Весна. Так что с праздником вас, с наступлением весны. Праздники. Прямо с сегодняшнего дня начинается Масленица. И будет длиться целую неделю. И мы с вами, ребята, об этом поговорим в понедельник. Но совсем скоро наступит еще один очень важный, замечательный праздник. Это праздник наших мам. Он так и называется Международный женский день 8 марта. Вот сегодня нам очень приятно, и мы рады, что вы отложили сегодня все свои неотложные дела, что пришли к нам на наш праздничный концерт, посвященный этому празднику. А вдвойне нам приятно, что пришли не только мамы, бабушки, а пришли наши папы, нашли время. Значит, вся семья в сборе, и мы можем начать наш праздник. Сегодня мы будем говорить о самом близком и дорогом для нас человеке – это о маме. Мама – первое слово, главное слово в нашей судьбе. Мама мир подарила, жизнь подарила мне и тебе. И сегодня, дорогие наши мамы, я хочу, чтобы вы расслабились, получили удовольствие и послушали слова благодарности, которые будут звучать в стихах, песнях и даже в танцах наших детей. Итак, мы начинаем. От чистого сердца, простыми словами, давайте, друзья, мы расскажем о маме. У мамы, как солнышко, теплые руки, так нежно умеет они приласкать, излечит от боли, избавит от скуки, в любую минуту готовы обнять. Погладят все платья, рубашки и брюки, и тут же другую работу найдут. Я глажу уставшие мамины руки, пускай хоть немного они отдохнут. Ни усталости не знаю, ни покоя каждый час. День и ночь, родная мама, все тревожится о нас. Если мамы дома нет, очень-очень грустно. Если мамы дома нет, то обед невкусно. Если мамы рядом нет, холодно в квартире. Если мамы близко нет, плохо в целом мире. Если мама далеко, очень детям нелегко. Я скажу вам прямо, берегите маму. Люблю тебя, мама, за что? Я не знаю. Наверное, за то, что живу и мечтаю. И радуюсь солнцу и светлому дню. За это тебя я одна люблю. За небо, за ветер, за воздух вокруг. Люблю тебя, мама. Ты лучше мой друг. Ты
много добрых мам, но не найти ручаюсь я такую маму, как моя. Моя мама самая добрая, потому что прощает она все проделки мои и шалости, и целует меня, любя. Моя мама красивая самая, потому что улыбка ее нас сестренкой и греет, и радует. Любит мама нас горячо. Моя мама самая строгая, потому что хочет она, чтобы дети ее знали многое, чтобы честные были всегда. Моя мама самая-самая, потому что среди всех бед, что случается в жизни нашей, ближе мамы и лучше нет. Маме можно без стыда дать медаль «Герой труда». Все дела ее не счесть, даже некогда присесть. И готовит, и стирает, на сказку почитает. А с утра с большой охоты ходит мама на работу, а потом по магазину. Не без мамы не прожить нам. Василий в Пете, он сильнее всех нас.
свете двум мальчишкам нос разбил. Папа в школу приходил. От мужчины нету толку. От мужчины нету толку. Это нам не дадало. Кто прибил для книжек полку, починил на кухне кран. Борщ варить вам неохота, не поджарите котлет. Вам убрать бы на работу, но больше толку нет. А мой папа чемпион, ходит он на стадион. Он кидает кверху гири, будет самым сильным в мире. Хоть мужчины и сильны, не умеют петь блины. Вы, мужчины, не дайте вас воспитывать, учить и петрушку от укропа вы не в силах отличить. Кстати, дома кто стирает? Богом вам талант не дан. Телевизор потребляя, вы ложитесь на диван. Ты колючая заноза, плохо знаешь ты мужчин. То и дело льют и слезы, и к тому же без причин. Ты колючие слова говоришь рабея. Папа в доме голова, а мама в доме шея. Thank you.
Я в мыльной пене их вертел и 3 часа потел, потел. Я брюки палкой колотил, сам выжимал, потом сушил. Чистый, к ним никакой придирки, но вот откуда дырки. Маме я помочь стараюсь, может, мама мной гордится? Мама брюки мне стирает, я в тетрадке 1. Вот когда я стану мамой, никогда я не устану. Пыль стирать, вязать и шить, пирожки для всех лепить, чистить каждый день картошку, мыть тарелки, чашки, ложки. Но, пожалуй, папой буду очень трудно мыть посуду. Мне косичку заплести, книжку прочитать, брата в садик отвезти, папе шар связать. Я помочь решила ей и скажу вам прямо, нет работы тяжелей, чем работать мама. А какой подарок маме мы подарим в мамин день? Есть для этого немало фантастических идей. Ведь сюрприз готовить маме – это очень интересно. Мы замесим тесто в ванне или выкупаем тесто. Ну а я в подарок маме разрисую шкаф цветами. Хорошо б и потолок, жаль, что ростом невысок. Мы все девчонки, мы все мальчишки, заявляем на целый свет, что дороже, чем мама, человека нет. Танцуйте, мама, чили, да, пьем, бей, да, пьем.
Радость и внимание со стороны близких. Спасибо.